Лео. Я тоже котенок. Лео говорит, вставайте все. Меня, говорит, кормить пора. Ты тоже котенок. Да. И меня не забывай кормить. Это я тоже котенок. Мама тебя забывает кормить разве? Да. Да? Мама голодным тебя оставляет? Мяу. 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 Угу. Вчера перепутала Зайрашкину пижаму на него, одела Слончика на Зайрашку. Мяу. Мяу. Бульдозер просыпается. Первое утро. Вчера Дедушка Мороз понравился тебе? Да? Ты стишок рассказала, да? Какой? Какой ты рассказала стишок? Лиську косая бы. Да, молодец. Умничка. Что он тебе подарил? Подарочек. Подарочек. Мама! Смотри! Что? Положил! Красивые подарочки! Веселые! Вот! Положил подарки вам! Мама, этот будильник как здесь! Да? Ага! Мама, ладно! Нет, красный, наверное, для Асланчика, мне кажется. Красный Асланчик откроет, а желтый Зайрашка. Ага. Посмотрим. И это мы все откроем. Откроем там, наверное, вкусно. И да. Чуть-чуть назад отодвинься, Зайрашка. Что там интересно? Отступай, Зайрашка. Что это? Макияж! Ой, макияж! Как Дедушка Мороз обещал, так тебе и положил, а, да? Сколько человек? Надо, да, а какой крутый? Помочь тебе со мной? Да, это мне тяжело. Он как Дедушка Мороз упаковал. Ого! Красиво вас упаковал. Ой, что это? Это робот, который я хотел. Да? Честно? Открывай дальше, что там Дедушка Мороз подарил. Давай. Что это такое? А это что там, Вера? Не знаем. Мы там тут... Дедушка Мороз это завязал красиво. Ему, наверное, Снегурочка помогала. Ага. Ой, что-то торчит. Что это розовое? Конфета, что ли? Нет, это единорожка. Единорожка, думаешь? Ага. Вот это я, что ли? Да. Ой, как сильно упаковал. Я сам открою. Я знаю, что это там. Давай твой подарок открывай дальше. Давай это. Это мое. Это. Что это здесь? Да ничего.
Ты знаешь, что это? Хотела такое, да? Ой, там еще третий подарок, по-моему, тебе. Тяжелый, да? Чуть-чуть назад подвинься, Заирашка. Заира, вот банчик, а сверху? Мама, это машина. Да? А это? Не знаю. Будем смотреть. Еще один термопла. Ведь теперь у тебя сколько косметики! Сколько косметики теперь у Зеляшки! Как у мамы, да? Баба! Ну и по пакетике термиш! Это что? Покажи. Аслан, там сзади еще есть твой подарок, по-моему. Это мой. Открывай. Что это? Это моё. Тебя. Да? Покажи. Ой, да, как у мамы. Ой, какая помада. Это а это что? Я знаю, синий. Это лак для ногтей. Лак. Баба. Ой, а здесь баба, что? Баба, вот лак. Лак. Что только нету. Ач, а ты где за назад? Он так аккуратно открывает, когда я второй раз буду ее использовать. Ты... Давай, вот, это. Давай открой эту. Помоги. В прошлом году столько счастья не было у них. В этом году они прям радуются. На. Папа, а чем? Ух ты, у тебя аж два робота, да? Дедушка Мороз угадал то, что ты хотел, да? Асланчик, угадал Дедушка Мороз? Чёрный. У меня тут дома ящерица и сова. Ай. Завтра Кэбби пизану с маской. Ага, это уже если Дедушка Мороз подарит. Лео, солнышко на балкон хочешь?
Да? Отстаньте от меня. Маквин! Маквин! Ящеричка. Маквин! Делаем вот этот. Какой? Вот этот. И вот этот. Пойдем попросим у мамы. Да. Будем. Мама, это такой? Я не умею. Я могу его так. Угу, хорошо. Сейчас открою. Мама. Это для глаз. Тени. Понятно. А давай я тебе сделаю. Давай. Лера, а мне это сделать. Маме. Лерашка, ты разрешаешь Расланчику взять? А-а. Нет, маму хочет он накрасить. Можно? Давай.
Мама, она ее ступила. Случайно. Закрывай. Кто это? Соседи. Я думал, что это папа. Папа же спит. Того я здесь накрасил тебе такую. Давай. И все. Еще хотела. Мама, волочки. На ручки попала? Да. Я же тебе дала салфетки, солнышко. У тебя же есть салфетки? А еще. Она красивая? Да, еще. Закрывай. Только не открывай. Я позыкнул. А теперь синюю. А мама я сделала синий. Соседи ругаются. Где у нас здесь синий? Молочок. Положи, я потом все выброшу. Не надо. Синий. Как моя дочь пользуется косметикой, показать? Нет. Солнышко, Заирашка, ты опять все проковыряла, да? Посмотри. А я тебе говорила, что надо аккуратненько. Я же говорила, смотри. Берешь и вот так вот. Чуть-чуть, чуть-чуть. А ты ковыряешь прям как лопатой. А это настоящие. Так лопатой ковырять нельзя их. Ведь? Мама, мама, это настоящие. Да. Это? Чуть-чуть надо трогать кисточкой. Чуть-чуть. Зайра, смотри, баба. Мамина слегка, слегка, чуть-чуть ковырять не надо, баба. Мама, чуть-чуть. Это не чуть-чуть, солнышко. Тебе на 2 дня не хватит эта косметика. Мама, как это открывают? Это для ногтей лак. Майки. Еще. Мама. Еще. Закрой, захлопни ее. Кисточку убери. Теперь эту. Мама, смотри, чтоб не капало. Мне кажется, на одной руке хватит, даже? На второй не будем красить? Будем. Думаешь? Да. Вот так я буду ходить? Так красиво, Аслан? Да, красиво. Да? Вот так мама будет ходить, да? Красота. И золото, мама. А так, если я сделаю веевку из паутины и буду носками вязать, чтобы он покажу вот так будет вязать. Вот так. Ага, понятно. Все поняла. У нас Спайдермен в семье. Не, ну сейчас он ящерица. Да. Станет Спайдерменом. И будет спать на потолке, говорит. Да, Слан, еще что будет? Веревку сделаю из паутины. Ты будешь ходить всем помогать, всех спасать? А я же скучать буду по тебе. Мы без Асланчика потом что будем делать? Я без Асланчика что потом буду делать? Вернусь потом.
Точно? Никто тебя не украдет, Спайдермена? А то я буду очень сильно расстраиваться, если ты надолго уйдешь. Я уйду, потому что я узнала дорогу. Ну, знаешь дорогу домой? Найдешь? Это назову у Спайдермена была первой. Чтобы дорогу знать, да? Вот такие бегают, да, туда-сюда, глазки. Остальной Спайдермен бывает синий. А потом везде красный. Красный. А потом снова белый. Вот здесь везде бывает белый. Бывает. Вот здесь бывает везде. Бывает белый. Бывает. А зверюшка где? Там коночек. Почему она к нам не идет? Не знаю, наверное, обиделась. На кого? Не знаю. Ты ее обижал? Я тоже не обижал. Значит, папа обидел? Папа тоже не обижал, да? Кто задумается? Это Зайрок задумался. О чем? Задумал вот так, чтобы он нас привлечь потом спрятаться. Испугнуть хотела меня. Она хотела тебя испугать? Чем? Пиратка. Идет жановар. Знаете, кто это стучит? Зигра. Я ее поругала за то, что она била по этой новой игрушке, по этой автомойке. Попросила несколько раз ее это не делать. Она еще сильнее ударила. Я, естественно, ее поругала. Сейчас она свой характер показывает. А я вот все жду. Этот муж когда среагирует на это все? Он в соседней комнате лежит. Ай! А, все, встал. Папа, уйдите меня. Я в кубике. Где я буду? Анаба. Ты с бюрмами. Папа, Oyuncağı vuruyordu. Ben birkaç kere dedim vurma. O daha hızlı vurdu. Baba. Sonra kıstı gitti. Baba, hepsi oyuncaklar burada. Evet. Давай. Yürü. Капак. Капак гözünü. Görmüyor zaten. Aç şimdi. Zehra. Спайдермен, что смотри, Аслан, паук Спайдермен. Это кто вам купил? Сын Алдын Билел. Сын Гездер. Йок артык. Какой красивый велосипед. Ай, Зира, я за кадр там бьючик. Аслан, ты помнишь, как ты водил?
kadar. Aslan kullanır biliyor. Olur mu ya? Aslan kullanıyor.